Некоторым должникам могут разрешить выезжать за границу. Проект, предполагающий подобные поблажки, представлен на рассмотрение в Госдуму. Скорее всего, примут его депутаты уже в весеннюю сессию. Согласно документу, судебным приставам запретят ограничивать выезд должников из России в том случае, когда размер долга не превышает 10 тысяч рублей. Добавлю, пока приставы имеют полное право не выпускать должника за пределы страны, вне зависимости от суммы его задолженности.